Новоселье удалось, если было много гостей. Именно так прошло открытие фирменного магазина Samsung в Мурманске. Новый салон порадовал мурманчан простором и ассортиментом техники на самый избирательный вкус, а некоторые покупатели ушли домой еще и с подарками. Еще до открытия к новому магазину Samsung на Шмидта 33 не подобраться. Первый в городе официальный салон ведущего бренда электронной техники порадовал мурманчан не только удобным расположением, но и простором внутри. Светлый. Ну, сегодня просто много народу, поэтому тесновато. А так-то, конечно, светлый, хороший. И место нормальное. Просто, наверное, новинки так посмотреть, техники. Ну, больше, наверное, плазмы. Интересно. В новом магазине представлена широкая линейка современных телефонов, ноутбуков, планшетов, жидкокристаллических мониторов и фотоаппаратов. Волноваться за качество продукции покупателям не придется. Название бренда говорит само за себя. И в этом магазине можно будет найти самые топовые модели, новинки, может быть, какие-то даже редкие модели. Ну и наши сотрудники всегда готовы вам помочь, если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы. Наш магазин всегда открыт для вас. Кроме того, в честь открытия организаторы разыграли телефоны Samsung. Также все желающие могли сделать фото на память.